Кайлишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов, и в этой серии я официально заявляю то, что я умру. Потому что еще одна серия Пиксельмона, я, если честно, я уже просто не выдержу, ребята. Вы настолько сумасшедшие, в хорошем смысле сумасшедшие, конечно, в хорошем смысле сумасшедшие, то, что смотрите часовые серии по покемонам. Это Йохан и Бабай вообще с ума может сойти. Ребята, я для вас выпускаю серии по покемонам часовые нафиг. Вот видите, я уже даже заговариваюсь, потому что я только понял то, что часовая серия сейчас будет. Да, да. Поэтому, ребята, я надеюсь очень на вашу поддержку. Влепите большущий палец вверх на вот эту серию. И давайте, ребята, мы попробуем побить рекорд. Сможем ли мы набрать 15 тысяч лайков на вот этой серии? Если да, то я вас всех расцелую, это в первую очередь. Ну, конечно, кто позволит себя поцеловать. Ну, я образно, конечно, да. Но все же, ребята, буду рад, если вы поставите лайки, если мы наберем дофигища лайков. Я обещаю то, что если набираем 15 тысяч лайков, сразу же в тот же момент выходит новая серия про покемонов, которая будет также длиться 1 час. Да, конечно же, да. И также, ребята, не забываем подписываться на мой канал и, конечно же, писать в комментарии что-то интересное. Я там, допустим, я сегодня какал в 9:30 утра. Мне это будет очень интересно. Нет, конечно, не вот такие тупые комментарии, но все же, ребята. Да, а сейчас мы будем начинать. Да. Конечно, сейчас мы будем, ребята, все начинать делать. А кто помнит? Кто помнит, в предыдущей серии мы словили Йохана и Бабай. Куда это пернулся? Мы словили, ребята, Селеби нафиг. Мы словили нафиг Селеби, легендарного покемона. А в этой серии, ребята, у нас есть небольшие планы. В первую очередь мы сейчас пойдем и попробуем победить второго помощника команды R. Это в первую очередь. А во вторую очередь, ребята, может сегодня мы даже возьмем... Даже не может, а сегодня мы точно, ребята, наберем себе новую команду, как я уже, в принципе, более-менее так планировал в предыдущей серии. Я, конечно, прочитал все ваши комментарии, вы писали много всяких комментариев, допустим, то, что хочу вот это, вот это, вот это, я все прочитал, и сейчас, ребята, составлю команду со всех ваших комментариев. В этом роде. Ребята, кто уже давно смотрит Пиксельмон, то знает нашу... Не тайну, а нашу традицию. То, что в каждой серии, ребята, я вам говорю, чтобы вы заходили и добавляли меня в друзья ВКонтакте. Сразу же первая ссылочка в описании. Заходите, добавляйте, фоткайте, фоткайте, лайкайте фоточки, пишите мне сообщения. Но в первую очередь, ребята, добавляйте меня в друзья. Я буду очень сильно этому рад. Первая ссылочка в описании, ребята, заходите и добавляйте, да. А сейчас, когда я смотрю на таймер, то, что у меня еще впереди 57 минут видео, 57 минут покемонов, то мне плохо становится, но... Ну ладно, ребята, ну ладно. Так, что мы сейчас будем делать? Как я уже вам только что сказал, сейчас мы отправимся в базу команды R и попробуем второго помощника Джесси и Джеймса и посмотрим... В первую очередь посмотрим, сможем мы его, в принципе, вообще победить. Я очень надеюсь, то, что... Не, паскуда, то что да. Этого мы задрюкали. Идем дальше. Допустите нас. Идем дальше. Это ваш шкала дрона, жопа толстячка. Мы тоже задрюкали уже давным-давно. С этой элитной продавщицей мы уже пофлиртовали, да. Уже прошли сюда и задрюкали вот этого. Типа, знаете, типа он такой крутой. Смотрите, у меня очки, ё-моё. У меня какая-то там бронька огненная, ё-моё. Мы его задрюкали с первого раза. И также, ребята, мы уже открыли вот эти двери, и тут у нас, ребята, вторые двери, посмотрим, что за ними, да, но в первую очередь нам нужно задрюкать вот этого. Всю эту команду я качал только для того, чтобы тебя задрюкать, тоже какой-то шкаладрон. Вы, наверное, в одном классе учитесь с тем толстячком. Я не заговорился, я просто потроллил вас, типа, я загорелся. Ну, конечно, все понимаете, ребята, мы уже давно знакомы. Поэтому, сейчас мы будем на него нападать. Я не знаю, какой у него там первый покемон. Но... Ну, пускай в бой пойдет Старраптор, как обычно, ребята. Вы готовы? Вы готовы или... Или чтобы он... Сейчас решится судьба. Пройдем ли мы дальше или нет? Так, что он мне пишет? Дайлан его зовут. Он пишет, ой... Ну привет, ты мне паскуда одолжение не делай. У него Чаризард, а я вызвал Старраптора. Да, да, ну, огненный покемон против водного, просто идеально, против,
против летающего. О, а вот видите, Вапурион его вздрючил просто с одного удара. Сейчас у нас идет Праймэйп. Праймэйп — это макака, да? Это бойцовский покемон. Так, Бластойз. Ну, Бластойза понятно, что мы не ударим. Осталось, ребята, 4 на 4. У него 4, у меня 4. Бластойз. Серпериора. Нормально. О, у нас даже вообще толком... Он по нам не попадает даже, ребята. Замечательно. 3 на 4. Ребята, у нас 4, у него 3 покемона. Сизор. Сизор — это жучий тип, да? Это нормальный и жучий. В принципе, он, по мне, не должен наносить много урона, потому что мы похожие типы. Поэтому, ребята, дайте мы сейчас попробуем. Нет, все же... Да, все же он по мне много урона наносит. Поэтому давайте быстренько вызовем Буара. Надеюсь, то, что ты его не убьешь с одного удара. Нормально. Сейчас я тебя фигачу флеймтровером и убиваю с одного удара. Да! Так, 2 на 3, да? 2 на 4 даже. Так, Алтария. Это летающий покемон. Это летающий покемон. И, в принципе, если так судить, то я должен ее тоже с одного удара убить. Ну ладно, не с одного, а с двух, если она меня сейчас не убьет. Она меня убила. Значит, тогда Серпериор гигадрейном. Немного отхилимся. Это, конечно, не помогло. Ладно, Кадабра, пожалуйста. Да. Агрон! Осталось Кадабра, 60 уровень. И Лукарио, 60 уровень, против 65 уровня Агрона. Агрон — это металлический покемон. Поэтому он, в принципе, будет сильным. Ладно. Нормально. Нет. Так, еще разочек успею стукнуть. Нормально. Лукарио. Вы понимаете то, что остался один на один. Мой Лукарио и Агрон, у которого осталось 25% жизни. Если у меня сейчас окажется больше скорости, чем у Агрона, если я его первый ударю, если я его смогу убить с одного удара, это означает то, что мы прямо сейчас идем и замениваем всю нашу команду. Если нет, это означает то, что мы будем дальше прокачивать нашу команду. Поэтому, ребята, сейчас решается судьба вот этой команды. Лукарио, пожалуйста, не подведи. Почему у меня нету... У меня не было кроус комбата, самой сильной атаки Лукарио. Я просто забыл вылечить всех покемонов перед началом. Но Лукарио и так затащил. Так, что нам выпало? Нам выпал пропуск, нам выпало 5 ультраболов и нам выпало, ребята, 10 раркенди. 10 раркенди — это означает то, что плюс 10 уровней какому-то там покемону. Потому что каждая конфетка — это плюс 1 уровень. Сейчас, ребята, мы идем сюда, кладем пропуск и пройдем туда дальше в следующей серии, чтобы сохранить небольшую интригу, да? А сейчас, ребята, с наслаждением победы мы отправляемся отправляемся домой, выложим всех наших покемонов и возьмем новую команду. Конечно же, но в первую очередь давайте пойдем поспим, чтобы выбрать новую команду на свежую голову, ребята, на свежую голову, чтобы все было... Адекватно, чтобы все было. Да. Поэтому, ребята, давайте мы сейчас посмотрим. Офигеть. Мне это, если честно, вот эта команда мне уже надоела просто офигеть как. Но, кстати, ребята, что у нас тут? Ага. А есть у нас тут 30? Ага. Значит, ребята, давайте, знаете что? Перед этим, давайте пойдем. Нам бы, если честно, капут как уголь нужен. Но я понимаю то, что вы не любите ходить в шахту. Поэтому, ребята, я не могу пойти и добыть себе какой-то уголек. И это очень плохо. Потому что мне каждый раз нужно летать за вот этой лавой. А лава не бесконечная, к сожалению. Не нападай на меня, паскуда. Лава, конечно, не бесконечная, поэтому, ребята, нужно каждый раз сюда бегать, набирать и все остальное. А вот так сходили бы мы в шахту, добыли как много угля, и все было бы замечательно. Но... Как я понимаю, не все так просто. Ставим сюда одну. Ставим сюда одну, и пускай это все жарится. А мы тем временем сделаем себе еще 30 квикболов. Офигеть, просто офигеть. Сейчас я вырублю вот эту фигню, чтобы эта жопа не стучала вот тут. И давайте начнем выбирать себе команду. Вы согласны, ребята? Новую команду. Давайте посмотрим, что это будет за команда.
Так, в первую очередь выкладываем Стараптора сюда, Эмбуара сюда, Вапориона сюда, Серпериора, Кадабру и Лукарио, на котором еще одета шапочка. Мы... 20 тысяч баксов! Нормально, мы так сейчас бабла заработали с этих тренеров. Выкладываем Лукарио. И у нас, ребята, уже две прокачанные команды. Две прокачанные команды. Просто зашибись. В первую очередь нам нужен огненный покемон, который будет находиться на первом месте. Огненный покемон... Я хотел брать Ларвесту. Я хотел ее брать. У нас, в принципе, какой есть еще выбор? Огненный покемон. Или Магмортар, или Ларвеста. Магмар уже 44. А знаете, что я забыл сделать, ребята? Знаете, что я забыл сделать? Я забыл самую главную вещь сделать. Самую главную вещь. Эволюционировать Кадабру в Алаказама. Дайте мне секундочку, а? Ну вот, ребята, была Кадабра, стала Алаказам, усатый такой, да, не крутись, стой на месте, усатый такой, такой, желтоусик, и с двумя ложечками, да, что ты там кушал, супчик мамка, борщ приготовила. Ладно, ребята, выкладываем Алаказама, если честно, чуть не забыл. Я, если честно, чуть не забыл то, что у нас до сих пор, да, фиг. Кадабра, а не Алаказам. Хорошо, что я вспомнил, потому что были бы потом крики в комментарии. Эдисон, как ты забыл? Кадабру в Алаказам эволюционировать, было бы потом жопа, если честно. Поэтому хорошо, что я вспомнил. Если честно, хотел даже предыдущей серии эволюционировать, но забыл. Ребят, в первую очередь нам нужен огненный покемон. Огненный, у нас есть Магмар, у нас есть Синдаквилл, и у нас есть Хундур, огненная собака, у нас есть Ларвеста, и у нас есть Лампент. Это полупризрак, полуогненный покемон. У нас есть 5 огненных покемонов. Чтобы в каждой команде не было дофигища стартовиков, я, наверное, ребята, возьму Ларвесту. Ларвеста офигенный покемон. Просто офигенный покемон. Мне он очень сильно нравится. А Вулкарона, следующая его эволюция, вообще будет просто муа, такая, да. Следующий покемон у нас должен быть водным. Водный у нас будет Шайни Пиплап. Шайни Пиплап — это идеально. Был бы обычный Пиплап, я бы его и так взял. А Шайни Пиплап — это просто чудо нафиг. Поэтому Пиплап, ребята, он просто крутой. Да. Пиплап крутой. Дальше. У нас должен быть травяной покемон. Травяной у нас есть Чикорита, Трико, Бульбазавр. Да, в принципе, еще дофига других. Там Белспроут, Сивадл, Катерпи и многие другие. Мне так кажется, да? Да, еще, мне кажется, где-то парочку есть. Но, знаете что? Вот еще Лифион у нас есть, Скиплум у нас есть, и еще какие-то другие. Но я так думаю, то, что я, наверное, возьму... Давайте, пускай это будет... Пойдем по самой странной тропе. Я не хочу брать стартовиков... А давайте мы возьмем Шайни Белспрута. Я знаю то, что это слишком странный выбор, потому что Белспрут, да, но все же. Прокачивать его нужно будет рано или поздно. А чем быстрее мы его прокачаем, тем быстрее выложим, и тем быстрее возьмем какого-то другого покемона на его место. Дальше у нас должен быть огненный, водный, травяной. Возьмем электрического. Как я уже решил, электрический у нас будет Шайни Марип. Потому что Шайни Марип офигенный покемон, а следующая эволюция еще лучше. Шайни Ампфарос. Просто... Какой у нас... Какие у нас еще есть электрические покемоны? Пикачу у нас нету, потому что я не ловил. У нас есть еще, ребята, Шайни Пачирису. Поэтому, в принципе, мне кажется, без разницы. Шайни Марип, Шайни Пачирису, все нормально. Да, кстати, еще Ледиба был травяной. Ну, ладно. Дальше. У нас должен быть один летающий, который будет нам помогать летать туда-сюда. И один дополнительный какой-то. Поэтому, ребята, летающего мы, наверное, возьмем. У нас есть выбор. Шайни Худ-Худ, Шайни Спиров или Шайни Пиджиотто. Давайте, ребята, возьмем Шайни Худ-Худа. Да, пускай будет, у нас в этой команде уже 4 шайни покемона. Просто офигеть. У нас даже обычных покемонов нету. У нас только шайни уже пошли. Шайни Худ-Худ, давайте, ребят, на него посмотрим.
Вот он, красавец какой, пирожочек вот такой, желтенький, да, с большими красными глазками или какими, да, да, наркоман, нарколыга какой-то. И дополнительного покемона мы давайте возьмем, у нас, кстати, еще электрический есть Магнемайт. Я только сейчас заметил. И травяной у нас еще Глум есть, ну, ладно. Марип, ты не ошибся? Куда ты вообще залез, а? Марипушка, давай вылезай оттуда. И дополнительно покемона давайте мы возьмем. Дайте-ка мне подумать. Давайте пускай это будет... Я не знаю, если честно. А, кстати, у нас еще водный есть, то туда, тоже нормально. Дополнительный у нас будет... Тяжелый выбор. Дайте мне минуточку, ребята, дайте я подумаю. Дополнительный у нас будет... Шаниарму. Что-то не очень. Давайте Шани. Спинарак это вообще какой нафиг? Это травяной, как я полагаю. Это жучий и пойзон, и яд. Пускай будет Шани Спинарак. Почему нет? Только нужно посмотреть, как он эволюционирует, потому что я, если честно, не помню. Ну, пускай будет. Вот такая, ребята, у нас новенькая команда. Ларвеста, Шани Пипап, Шани Белспрут, Шани Марип, Шани Хот-Хот и Шани Спинарак. В первую очередь, как обычно, мы будем, наверное, прокачивать Ларвесту, потому что она будет у нас лидером, она у нас будет капитаном. Мы прокачиваем, ребята, Ларвесту и посмотрим, на что она будет способна в будущем, конечно же. Поэтому, ребята, сейчас нам нужно искать покемонов, которые будут идеально подходить для того, чтобы прокачать Ларвесту. Нападать на 35-го, мне кажется, твою мать, это плохая идея. Да, это очень плохая идея, нападать на 30-го. Поэтому давайте мы... Я даже сбежать не могу. Зашибись. Да, я уже надеялся, что Ларвеста сейчас порвет его. Но нифига подобного. Зато мы убежали. Зашибись. 46-й, иди ты в задницу. Дальше. Ты какой? 12-й. Ну давайте, ладно, 12-го завалим. Вот. 12-й. Я, конечно, и тем ударен. Я не спинараком хотел, а Ларвестой. Вот так. Фу, Ларвеста эволюционирует на очень большом уровне, на где-то 40-м, что ли, или даже больше. То есть ее мы будем прокачивать, скажу вам так, долговато. Да. Поэтому пойдем на остров для прокачки. Конечно, плохая идея прокачивать огненного покемона на острове, где спамятся только водные покемоны. Но не всегда, ребята, не всегда. Тут вот иногда спамятся вот такие 22-е, свадлоны. А почему ты так слабо его бьешь, нафиг? А, я спинараком бью. Опять забыл то, что я спинарака вызвал. Давай, Ларвеста, порви нафиг. Давай всем просто... Во, зашибись. Куча уже уровней пошла. Вот так. Зашибись. Ну что, ребята, вы готовы. 42-й. Да пойди, твою-то мать. Спинарак, пошел ты в задницу, а? Ты меня заколебал нафиг спавиться каждый раз. Да. Конечно, Ларвеста его очень неплохо бьет, я вам так скажу. Но она не справится, ребята, потому что я понимаю то, что это босс, да? Это очень круто то, что это босс, но мы просто не справимся. Мы просто, ребята, не справимся. Ладно, мы еще за тобой придем. Вот прокачаемся, вернемся, найдем тебе сраку. Так, иди сюда. Так, твою мать, твой спидорак! Еще раз нахрен вылезешь, я тебя завалю. Я честно тебе обещаю. Я всегда забываю поменять на другого покемона. И всегда вылазит вот это. Вот, спинарак. Вот, я знаете, что забыл поменять сейчас? Так, все поменял, у меня просто не работала вот эта фигня, где переключать покемонов. Поэтому я сейчас все поменял, дождался утра. И сейчас 15-й уровень. Сейчас, ребята, у нас пойдет качалочка наша. Пойдет наша качалочка на наших новых покемошек. У нас, кстати, до сих пор на Ларвесте одет Ашо. Почему до сих пор? Я его как бы не снимал. На Ларвесте одет, конечно же, Lucky Edge, чтобы больше опыта ей поступало. Я там, кстати, Свамперта вижу на заднем плане. Давайте вылечимся. Покехил. Так, я не знаю, если честно, где нам прокачивать вообще Ларвесту. Вот это меня, если честно, очень интересует. Вот, 27-й. В принципе, Ларвеста должна справиться против 27-го. Если у меня сейчас Май не залагал, было бы... Вот, не залагал. Ху, даже не Майна, а просто покемоны. Ларвеста как-то очень плохо качается, как я сейчас и вижу.
тебя 23-й. Ну, будет... Нет, ты иди в задницу, ты нам не нужен. А будет, мне кажется, очень сложно прокачать Ларвесту, поэтому нужно искать какое-то другое место. Качаться вот тут очень плохая идея. А, поэтому, ребята, нам нужно найти местечко, где будет куча... Где будет куча каких-то... Я даже не знаю, каких травяных покемонов, да? Только где нам их найти? Меня вот это интересует. Где будут много травяных покемонов? Понятно, что в каком-то лесу, да? Но все же, где нам вот этот лес найти? Конечно, Ларвеста сейчас запинает вот эту Баттерфри 36 уровня. И уровень, да? Шайни Баттерфри. Не будем ловить Шайни Баттерфри, потому что у нас есть Шайни Катерфри. Зачем нам еще Шайни Баттерфри ловить, да? Тупая идея ловить Шайни Баттерфри. Так, зато Ларвеста сейчас... А кстати, а если мы пойдем на пылесосов, ребята, ночью? Вот когда наступит ночь, мы пойдем, ребята, на пылесосов. Как думаете? Мне кажется, Ларвеста справится. Она, в принципе, уже 24-й, да? Сейчас будет, если убьем вот этого Виппинбелла, то уже будет 25-й. Мне кажется, ребята, Ларвеста справится на пылесосах. Вот смотрите, уже 25-й. Уже идеально просто. Ну, ладно, не идеально, я вру. Но все же. Но все же. Так, больше никого нету? Больше вроде никого нету. 48-й тот же тик. Ну, его я точно не убью. А, кстати! Кстати, а у нас случайно нету темки флеймтровер? Если сейчас у нас есть флеймтровер, то Ларвеста просто всем задницы будет рвать прямо сейчас. У нас есть Sunny Day, у нас есть Incinerate, у нас есть Thunderbolt. Thunderbolt Ларвеста точно не сможет изучить. А прикиньте, если Ларвеста сейчас сможет изучить Earthquake, то есть землетрясение. Я просто угорну нафиг. Да, не может она, конечно, изучить Earthquake. Кто она, кстати? Она только... Ага, она жучий, и она огненный. Угу. Значит, она также будет дофига урона получать от огненных покемонов. Значит, что этой Ларвесте надо? Solar Beam, Struggle Bug. Можно попробовать изучить вот это. Было бы идеально, если бы у нас был Excizer. Вот, Excizer. Не успел сказать. Ага, она не может изучить. Зато может изучить вот этот Struggle Bug какой-то. Ну, такое себе, если честно, удовольствие. Вот этот Struggle Bug. А Фурикатер сможет изучить? Мне просто интересно. И Фурикатер тоже не сможет изучить. Ладно, ребят, попробуем ее вот так прокачать. А куда нам стоит сейчас пойти? Может, мы пойдем со Флавидным убьем? Мне кажется, Ларвесту нет смысла качать в пустыне. Зато мы можем пойти... Ну, давайте пойдем в зимний биом, посмотрим. Может, сейчас там будут хотя бы мини-пылесосики, да? Хотя, мне кажется, днем никого тут нету. Марипы я вижу одни. И больше никого. Я не знаю, почему я до сих пор не выложил вот эти все вещи, которые мне попадали. Нужно их будет выложить, чтобы не прокакать случайным образом, да? Нет, ребята, днем тут никого нету, как я сейчас смотрю. Только одни марипы, магнимайты. И больше никого. Да? Да. Поэтому, мне кажется, днем тут тусоваться нету смысла. Придем сюда, когда будет ночь, чтобы словить дофига, ну, чтобы найти и завалить дофига пылесосиков. А сейчас мы пойдем, ребята, в глиняный биом. В принципе, качаться огненному покемону в глиняном биоме... О, кстати, там босс, да? Да, там босс. Это, конечно, не красный босс, а зеленый босс, но, в принципе, это даже плюс. Потому что зеленый босс будет послабее красного. Поэтому у нас сейчас есть возможность убить вот этого боссика. Он 30-й. Да, я так и понял. Да. Я так и понял, что у нас есть возможность убить вот этого зеленого боссика. Да. Как он вообще нахрен свалит, а? Я еще и убежать не могу. Ох, твою-то нафиг, а. Вот приду я за тобой, когда раскачаюсь, и жопу тебе надеру за то, что ты сейчас со мной вытворяешь, а? Так, не, мне кажется, качать огненного покемона вот тут тоже нехорошая идея. Мне так кажется. Тогда где мне нафиг качать огненного покемона, а? Где я вообще качал его до этого времени? Привидение в данже, Джим, Хоум, Санфлавер, Флавер Форест. Давайте пойдем в Санфлавер, я не знаю, будет ли тут кто-то, не будет в этих равнинах.
Я никогда не качался в равнинах, потому что тут нету каких-то очень прям больших уровней, и, ну, мне просто не нравится тут качаться, тут все какие-то маленькие, вот 11-е, 5-е, 16-е, 11-е. Зато в горах, о, кстати, да, хотел я полететь, хотел я вызвать Стараптора, хотел я улететь, уже привык нафиг к Стараптору, уже хотел реально улететь куда-то, но ладно. Ладно, ладно, мы еще прокачаемся, ребята. Мы еще прокачаемся, не расстраивайтесь. Еще всех 25, вот смотрите, даже вот этого сейчас завалим нафиг. Конечно, сложновато. Страглбаг, как его вообще нормально? Нет, Страглбаг вообще хрень. Страглбаг вообще хренатень полнейшая. Поэтому будем продолжать валить его Эмбером. Надеюсь, что смогу его убить прежде, чем он меня убьет. Да, вот замечательно. И Ларвеста уже 26-й. Нужно будет потом посмотреть, на каком уровне эволюционирует Ларвеста, потому что, честно, я забыл нафиг. Да что ты так лагаешь-то, а? Да. Что-то против вот таких покемонов мы как-то пока что бессильны. Ох, ладно. Опа. А тебя? Ну, тебя, в принципе, мы должны завалить. Хотя ты... Ты... Птица, а мы жуки. Ну, в смысле, вот этот. А вот этот Ларвеста, это также жук. Поэтому птица против жука. Естественно, то, что жук боится птицы в какой-то, да, степени. Но все же, ладно, мы ее победили. Так, дальше, ребята, дальше. Потопали. Куда мы потопали сейчас? А потопали мы... Ты мне сейчас спавнишь вот такое количество легендарных покемонов, когда они, в принципе, мне не нужны. Ребята, это самый лучший легендарный покемон во всей игре, нафиг. И мы его не сможем убить, потому что, ну, потому что вы видите, да? Потому что мы не сможем его убить. Он 66-й уровень. Как я его нафиг убью? Никак я его нафиг не убью. Не Белспро там. Никем. Конечно, Бюрн то, что Ларвеста его немного... Ну, и что? И что дальше? И он уже пропал. Ну ладно, вот допустим, я еще раз туплю. Конечно, если бы я его убил, это было бы офигеть просто как. Это было бы офигеть. Ну ладно, а сейчас вообще с одного удара нас убил. В прошлый раз хоть нам немного надежды дал, то, что я смогу его завалить. Мы даже красного не убили, мы зеленого не убили, что говорить про желтого, самого редкого, вообще босса. Да давай ты уже нахрен, паскуда! Ах, ладно. Я не знаю, куда нам кикачаться, ребята, нужно думать, нужно гадать. В принципе, у нас есть Раркенди. Ой. Мы можем использовать Раркенди, чтобы докачать Ларвесту какому-то там 35-му, 40-му, да? Ну, мне кажется, сейчас ее прокачивать на таких маленьких уровнях. Мне кажется, проще потом, когда она уже будет каким-то 50-м уровнем, уже проще тогда ее прокачать, потому что тогда, когда она будет уже реально 50-м, вот эти все конфеты нам больше пригодятся, чем, допустим, сейчас, да? Твою-то мать, как меня это бесит, вы мне дадите убежать? Вашу мать нафиг, как вы меня заколебали? Вот, ран. Неужели я убежал, а? Ребята, сейчас будет у нас уже вечер, поэтому мы идем в зимний ёханый биом. Конечно. О, поехало дело, ребята, поехало дело. Сейчас мы будем на свайнубах качаться. Ох, как я люблю на свайнубах качаться. Они просто мрут от одного удара. Но зато с них, в принципе, более-менее нормально даже опыт идет, если учитывать то, что они 19 уровни и мрут с одного, ладно, с двух ударов, да? С одного, с двух ударов. Ну, конечно, 43-го я не смогу убить. Но если сейчас найду, допустим, какого-то пылесоса 35-го, то 35-го, мне кажется, я уже смогу завалить. Хотя, в принципе, даже если мы пылесоса не найдем, а только свайнубов. Смотри, 37-й. Давайте попробуем. Не, пока еще очень рано. Пока Ларвеста не звучит какие-то нормальные атаки, хотя бы какой-то флеймтровер, вообще бесполезно будет. Вообще бесполезно. Так, вы там деретесь, да, друг с другом? Зашибись просто. Просто зашибись. Поэтому, ребята, нужно ее дальше прокачивать. На ней, в принципе, уже одет вот этот Lucky Edge, поэтому, ну, по идее, должен идти какой-то двойной опыт.
если верить словам, то что Lucky Edge удваивает опыт в два раза больше. Проблема в том, что Ларвеста реально эволюционирует очень поздно. Я, если честно, даже не помню, на каком уровне, но где-то 40 с чем-то там. Поэтому даже перед тем, как ее уже выкладывать, она только тогда эволюционирует. Ну, что, в принципе, плохо, да. Потому что у нас не будет лидера команды очень долгое время. Кстати, где Свайн? Вот Свайн. Вот Свайн. 10 уровень, конечно, очень плохо. Но ладно. Хотя бы такие, да. Если убить там, допустим, 20 Свайнубов, как раз уровень мы себе апнем. 33-й. Вот давайте попробуем 33-го убить. В принципе, мы его убьем запросто, да, если он нас не будет трогать. Но, как видите, когда он по нам попадает, то ему то наносит очень много урона. А мы его убили нафиг. И нам реально дали один уровень. Замечательно. То есть, если мы будем найти... 45-го. 45-го я точно не убью. Если мы будем сейчас находить вот таких маленьких уровней пылесосов 43-го, я тоже не убью. То, в принципе, очень даже круто. 44-й. Ну, давайте попробуем. Ладно, что? Ну, как видите, мы его убьем за 10 атак, но он просто попадает по нам очень часто. А вот тот не попадал, поэтому мы его убили и нам дали дофига опыта. Я не понимаю, почему я не могу так долго убежать. Посмотрите, не смог убежать. О, сейчас убежал. Фу, ты на тебя дебил, а? Так, 26-й. Опа, 26-й. Нормально. Так, ты какой? 14-й. Нормально. Что сейчас? О, сейчас хавчика, ребята. Хавчика набьем себе. Сила вообще нету смысла бить. Смотрите. Силу вообще урон не наносится. Ну, вот этим разве что. Страгл. Сочетание бюрна, то, что мы его поджгли, и вот этого катера, да? В принципе, так мы его сможем убить, да? Вот. Понемногу, да как-то запинали. Почему бы и нет? Сейчас 27-го опять Свайнуба завалим. И Ларвеста уже, в принципе, должна сейчас быть 29-м, да? Ну? Еще нет? Еще один? Вот, допустим, 27-й нафиг, офигеть. Давай, Ларвестушка, давай. Вот, замечательно. Ты, в принципе, двигаешься в правильном направлении, Ларвестушка, давай. Хотя бы в этой серии, если ты станешь 30-м, то будет просто идеально. Она, в принципе, сейчас уже 30-м будет, но ладно, если, допустим, 32-м, 35-м, что маловероятно, потому что у нее есть только одна атака, которая называется Эмбер, и с помощью этой атаки мы долго не проживем нафиг, потому что она уже сейчас маленький очень урон наносит. Но ладно, 30-м мы ее 100% в этой серии должны прокачать, пока не будет 30-го, ну, в принципе, она уже сейчас будет 30-м, так что, что я буду париться, да? Ребята, я бы сейчас водички выпил, офигеть, прям выпил, прям офигеть как, потому что я уже разговаривать не могу. Стой тут, пока ты будешь биться, я пойду за водичкой, да? А то я сейчас, ребята, умру, честное слово, просто офигеть, дайте вот этого добью и быстренько нажму на паузу и сбегаю туда-сюда. Опа, давай. Вот, замечательно. О, попил водички, можно, конечно же, продолжать. Так, да, ты правильно делаешь, что ж ты на меня нападаешь. Он прям, знаете, взбодрился, как только водички попил. Водичка полезная вещичка. Да, ребят, да, запомните это, запомните мудрые слова, да. 39-й. Убеги, пожалуйста, не долби мне нервы опять в очередной раз. Спасибо большое. Ох, так. Ой, ну, водичку попил, нужно отрыгнуть, все согласны, да? Так, Сил, иди-ка ты, дружище, наш огромнейший, иди-ка ты сюда. Я не знаю, почему у нас нету флеймтравера и вообще каких-то других атак. Ларвеста без флеймтравера, только с конченным Эмбером, в принципе, ни хрена не сможет зарешать, если вот так вам сказать. Вот прям чисто откровенно сказать. Ларвеста нифига не может сделать без какого-то нормального предмета, то есть без нормальной атаки. Поэтому сейчас, когда она станет 30-м, вот прямо сейчас уже, может Flame Charge. Ну, не скажу, что просто... у меня, кстати, тейкдаун еще есть. Ну, 40 урона, 50 урона, а у Эмбера 40 урона. Не скажу, что прям офигеть, какая большая разница. Сейчас мы, конечно, постараемся что-то сделать. Ну, на Дивонга 49 уровня мы точно нападать не будем. Так, Flame Charge, вот. Ну, в принципе,
Да, ладно, нет, не соглашусь. Я просто первый раз кританул, поэтому там зашел нормальный урончик. Но после второго раза я увидел то, что урончик такой себе, если честно. Такой себе. Ну, сейчас попробуем, допустим, на том же Свайнубе, если сможем его найти. Потому что на вот этом... Вот, Свайнубе. Потому что на силе эта фигня не работает. Вот, 29-й Свайнуб. Давайте, Flame Charge. В принципе, тут с одного удара, ребята, валит. Тут с одного удара валит. Поэтому на Свайнубах, если вот находить офигеть какое большое количество Свайнубов, то может даже мы сможем как-то затащить его. Давайте. Принплап. А Принплап, смотрите, Принплап вообще ни хрена не может. Принплап вообще как-то даже 0 урона наносится. Смотри, мы еле что-то бьем его. Еле-еле-еле чем-то бьем его. Вот, потихонечку. Немного урончика, немного потихонечку. А ты его убьешь наконец-то, вот, спасибо. А Пипа, брат вступился, брат за брата, да? Акробаты нафиг. Так, замечательно. Мух мы завелили. Конечно, качаться в зимнем биоме и этим самым не убивать пылесосов — очень плохая идея. Просто очень плохая идея. Но у нас есть выбор, ребята. У нас есть выбор. А с нету выбора. Только тут я могу нормально более-менее прокачаться, да? В других биомах еще хуже будет. Так, тебя я смогу, дебилирт убить. Слушай, дебилирт, если ты сейчас не кританешь, то мы на тебе вкачали один уровень. А, там еще один дебилирт был. Вот, еще один дебилирт. Я знаю то, что это дебилирт, да, но мне проще дебилирт его. Да, а вот этого дебила мы не убили. Потому что он слишком большущий уровень. Но мы еще раз попробуем, ребята. Ну смотрите, ребята, если он сейчас не попадет, то мы его, в принципе, забабахаем очень просто. Вот смотрите. Офигеть! Реально забабахали. 47 уровня. Так, ладно, а вот тебя. Дивгонг. Ну, у тебя не очень, хотя флеймчарджа может... Флеймчарджем, слушайте, даже более-менее мы ее стукаем. Хотя она нас неплохо так стукает, да? Да, да. Еще рано, ребята. Еще рано. Убеги, пожалуйста. Не долби... когда я не могу убежать, а? Когда ты 35 раз нахрен стукаешь убежать, а ты не можешь убежать, а? Пожалуйста. Вот, наконец-то. Спасибо тебе большое. Фу, на тебя. Спасибо тебе большое. Давайте покушаем. А вот сейчас где нам качаться? Пока день на улице. Я, ребят, пока даже не знаю. Я пока не знаю. В принципе, Ларвеста 32 уровень. Это очень даже хорошо. Мы просто сейчас убили вот двух дебилиндов, да, вот этих. Поэтому мы так много и прокачались. А вот сейчас идем куда нам идти. Пока эти пылесосики спамиться не будут. Ребят, хоть убейте, я даже не знаю. Хоть убейте, я даже не знаю. Но Ларвесту... Вот хреновая идея была, потому что Ларвеста... ну, занимает очень много времени для прокачки. Очень. Она сильная, если она прокачанная. Но, как вы, ребята, видите, как-то все плохо. Как-то все плохо, потому что долго ее прокачивать. Долго. А в принципе, пока мы не будем прокачивать Ларвесту, давайте будем прокачивать Пиплопа. Только, где нам Пиплопа прокачивать, это тоже вопрос. Пиплоп вообще 6-й нафиг уровень. Кого нам найти, чтобы его прокачать, это тоже задачка, если честно. Задачка не из простых. Можно вот так сказать. Так, я ж попал. Я ж попал, твою-то мать. А, 11-й. Пошел ты в задницу. В сраку пошел. Пошел ты в сраку. Так, пылесосик, ты какой уровень? 41-й. Мы тебя сможем убить. Да. Я не знаю, почему она такая ватная, потому что, в принципе, у нас пылесос 33-й. У нас Ларвеста 33-я. А пылесос 41-й. Ну, не скажу, что прям офигеть, какая большая разница, да, в уровне. Но почему-то Ларвеста вообще ни хрена не может сделать. Просто ни хрена. Поэтому, ребята, я, если честно, сейчас вообще растерян и даже не знаю, куда нам идти. И на ком нам сейчас качаться. На Принплапе нафиг. Или сейчас опять пойдем на остров и попробуем там опять кого-то найти, каких-то там баттерфри 40-х уровней. Или, может, еще кого-то. Я не знаю. В принципе, вот этим катером, да, жучим ударом, мы также будем нормально... Да, ребята, мы также будем нормально урона наносить. Поэтому давайте попробуем пойти еще раз на остров для прокачки.
Опа, ну тебе снежками посередине лета. Вот так. Так, допустим, если мы сейчас нападем на какого-то. Ну, этого мы 100% вот эту птичку. Птичку чечеричку. Где птичка? Опа! В полете прям попал. Тебя мы точно забабахаем. Яичко выкинем. Опа. И тебя, Баттерфри. Ну смотри. Мы тебя завалим, если ты нас бить не будешь. Да, спасибо большое. А мы ее и так убили. Офигеть. Круто. Круто. Смотри, что нам с нее выпало. Круто. Ну вот таких Баттерфри, Пиджот, ребята, это очень даже круто бить, потому что они, в принципе, большие уровни, да? А завалить их не составляет большого труда. Поэтому нормально, вот смотри. Опа. Тебя нафиг. Давайте тебя. Опа, вот так. Сейчас у нас уже Ларвеста будет 35 уровнем. Давайте быстренько. Опа, вот так. Потом еще тебя быстренько завалим. Опа. Давай. Опа. Еще разочек. Давай. Ага. Давай, я сказал. Вот, замечательно. Просто идеально. Идеально. А вот тебя, Крабби. В принципе, Крабби нам тоже нормально будет урон наносить. Но если мы будем его бить... Вот... Да, он нам тоже неплохо сносит. Но если мы его будем бить вот этим жучим ударом, то почему бы и нет? Посмотрите. Вот этого Вингула... Мы тоже нормально сносим. Он, конечно, тоже нам сносит, если попадает, потому что это водная птица. Но мы ему тоже неплохо бьем. А вот Винпин был, если он нас, конечно, ударит, но если не попадет, то мы его завалим очень даже хорошенько. Вот как-то вот так, да? Ой! Офигеть! Так, опа, Баттерфри 49. А ну стоять на месте нафиг! А ну не сматываться! А ну стоять на месте! А ну, еще один ударчик. Твою-то мать, там один удар остался. Давай, пожалуйста, не убегай. Пожалуйста. Еще один ударчик. Да, замечательно. И мы уровень прокачали, ребята. 36-й. Так, иди-ка ты сюда. И, опа, ты тоже иди сюда. Мы сейчас всех будем болеть, нафиг. Мы сейчас всех будем болеть. Нет, тебя мы не будем болеть. Тебя, спасибо. Не горю желанием. Так, опа. Замечательно. Дальше. Где наша следующая жертва? Тот же Тик? Ну ладно. Тот же Тик. Будешь ты. О, 22 уровень. Замечательно. Кстати, у нас там еще... Випинал. О, 30-й випинал. Ладно. Ой, пошли дальше, ребята. О. Сервай 31-й. Тебя мы должны завалить. Вот так. Мне интересно, какому уровню нафиг уже это Ларвеста изучит какую-то нормальную атаку. Меня это очень как беспокоит. Дайте нам нафиг флеймтровер. Я вас очень сильно прошу. Пожалуйста. Пожалуйста, завали, вот, замечательно, замечательно. А ты какой сервер, 36-й? Ну, в принципе, мы тебя завалим, если ты нас как-то не шандарахнешь, нормально. Просто зашибись. Дальше, ребята, мы продвигаемся дальше. Ошавот, кстати, ну, Ошавот нам не нужен. Выкинем вот это, дальше, вот это, и вот это. И... Вот это. Вот так. Так. Ой. Держи по щекам. Кто следующий? Ну давай вот ты. Давай. Дай нам 38 уровень, пожалуйста. Пожалуйста. И кого еще можно завалить? У тебя 40-го что-то. О, ну этот шайни у нас уже есть, поэтому нету смысла ловить. Вот тебя. Быстренько. Ну как быстренько? Быстренько не очень получится. Быстренько, да, хотел сказать. Лучше бы я, наверное, Синдаквилла нафиг взял. А то просто жопа, если честно. Это меня уже бесит. То, что Ларвеса так долго качается, прокачивается. Даже меня это уже беспокоит. Ага, да. 78 уровень, да? Да. Вы в курсе то, что, ребята, в этой серии у нас заспамилось 2 самых редких босса во всем моде на покемонов.
но мы не смогли ничего сделать, потому что, ну, сами видите, да? А если мы, допустим, мы тпхнемся домой, потом обратно на остров, то, да, покемоны переспавятся. Если бы они не переспавились, то я бы сгонял домой за каким-то сильным покемоном, и потом этим сильным покемоном убил бы вот этого босса, и я шапочку бы одел на ларвесту, и тем самым прокачал бы ее. Пикачу! Бегай, Пикачу! Не убивай нас, пожалуйста! Бегай, Пикачу! Все мы знаем, ребята, то, что я очень сильно люблю Пикачу. Твою мать, чтобы тебя задницу, паскуда, тварюга. Так, Пикачу, иди-ка ты сюда. Не бей нас, пожалуйста. Я тебя очень сильно люблю. Во! Дебил, поверил! Дебил! Кстати, там... Что это? У нас случайно нету. У нас есть Пиджиотто. У нас, ребята, есть Пиджиотто. Если мы сейчас ловим Пиджия, то Пиджиотто можно будет убрать. Твою мать, пожалуйста, залезь и даже не дрымбай мне мозги, пожалуйста. Залезь в этот квикбол, пожалуйста. Да шо же вы такие паскуды-то, а? Ну я даже Шайни Пипопа нафиг словил с одного левелбола. А не то, что тебя, сраный Пиджи, не могу словить со второго и третьего ультрабола. Еще, кстати, Шайни Пачирису возле нас крутится. Ребята, это меня бесит нафиг. Это меня бесит, когда ты редких покемонов ловишь с одного бола. А вот таких паскуд, которые любят, типа, а, я такой-сякой, я не буду ловиться. А вот таких, какой-то, вот словили. Ну, ладно, я уже хотел материться. Кончили Пиджи. Твою мать. Так, Ларвеста в этой серии уже будет 100% 40-м уровнем, поэтому, ребята, все нормально. Ну, как нормально? Она на 40-м еще даже не эволюционирует, ну... Я просто охренею. Ребята, в этой серии заспавнилось три самых редких босса в игре. Как вообще? Как нафиг? Как они заспавнились? Я просто даже не знаю, ребята. Я просто даже не знаю. У нас такого еще не было, чтобы вот так много было в первую очередь боссов, а во вторую очередь желтых нахрен боссов. Это просто с ума нахрен сойти. Вот честное слово. Поэтому всю свою месть я сейчас выложу на вот этом Белспруте в 100%, на вот этом тварюга вот этого, вот Белспрут. И на Хирососе. Опа, вот еще один Хирососик и еще один Белспрут. 49-й Белспрут! Я сейчас сдохну. Конченая Ларвеста, ты вообще что-то можешь вообще сделать? Ты меня бесишь, честное слово. И то, что я еще убегаю с 39-го с половиной раза, это меня еще больше бесит, честно, чем что-либо другое. Ты на меня нападал, красножопая тварь. Ладно, иди сюда. Нападал ты на меня, да? И что сейчас? Где ты вообще нападал? Я что-то не заметил. Дебил. Так, давай, Ларвеста, дери ему задницу. Вот, просто умница нафиг. Фух, давайте, ребята, отправляемся дальше в зимний биом, который находится вот тут. И будем дальше искать, ну, не знаю, смогу ли я, допустим, сейчас убить уже пылесоса, какого-то там, допустим, 40-го. Или смогу? Офигеть! Так, если я реально сейчас могу убивать вот этих 42-х пылесосов, это будет просто идеально. Потому что я вот сейчас уже реально раскачаюсь. Значит, ребята, мы качнем где-то 6 уровней. Бакбайт. Вот. Поехала делишка. Фу, ну, хотя бы уже какую-то атаку мы выучили, да? Смотрите, ребята, поехала дело. Вроде поехала. Так, еще разочек. Да ударь ты его, не стесняйся, вот. Замечательно. То есть, я вижу там шайни пылесос, но нету смысла его убить, потому что он у нас уже есть. Не бить, не ловить. Хотя, нет, мы его убьем, но ловить мы его не будем.
Так, ребята, пошло дело. Получается, 3-4 пылесоса — это один уровень, да, как я понимаю? Это... Да, даже нихрена себе, даже меньше. Даже меньше. Смотрите, 47-й. Мы убиваем 47-го, а нам дается практически полностью один уровень. Офигеть просто. Вот, вот 5 уровней назад мы даже с ними не могли находиться рядом, потому что они нас выносили с одного удара. А сейчас они нам вообще нифига не сносят, зато мы их убиваем просто на... Тьфу. Просто на... Тьфу. Вот смотри, практически с одного удара. Опа. 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 Замечательно. Дальше. Дальше. Кто следующий? Кто следующий? Ты следующий. Давай. Так, вот. Успокойся. Успокойся, пылесосик. Успокойся. Так. Ревест 42-й. Мы в этой серии хотели ревест к какому? 40-му прокачать, да? Ну, видите. 30-му даже. А уже 42-й. Нормально, нормально. Может, в конце этой серии она уже даже будет 50-м. Вряд ли. Но, допустим, 30 каким-то там... Да, точнее, уже каким-то 46-м может даже быть. Кто его знает, да? Кто его знает? Вот смотри, опа, 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 поехали дальше. Давай, вот так, опа, опа. Давай, 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 давай. Ага, твою давай. Паскуда, да убеги ты, а. Ну убеги ты уже, твою там. Как меня это бесит, а? Иди сюда. Это ты на меня нападал, а? Это ты меня убил, а? Это ты не хотел нас отпускать? Ага, ты еще... Ну спи, вот спи, мы тебя усыпили, давай, давай. Нет, ты, он, в принципе, сам вылечился, поэтому Дивонг вот этот сам себя и усыпил. Ну вот, хотел по жопе получить. Получил. Так, 45-й. Ну, 45-го мы вряд ли сможем убить. Опа, убили, затащили, просто зашиб, я даже замолчал, потому что вот такое предвкушение. Убьем мы его или не убьем? Ага, ну лечись, да, конечно, лечись, усыпляй себя, ничего страшного, я тебе дальше буду продолжать наносить офигеть какой урончик. Он еще и лечится на фулл ХП с одного раза. Вот это меня больше всего бесит. Ребята, держите, держите ему там руки, щупальцы, плавники, что у него там есть, чтобы он не лечился, паскуда. Наконец-то. Твою мать, а. Так, все, не хочу этих дивгонов и дивонгов, дайте мне, пожалуйста, пылесоса. Пылесосы самые спокойные, они сами к тебе в руки идут. Ну, Найлисон, убивай нас, мы вообще не против. Мы даже за, чтобы ты прокачивался. О, кстати, вот, вот, идем туда. Пылесосики, ребята, самые нормальные. Это вообще чудо-покемоны, которые предназначены только для качи, потому что они никуда больше не годятся. Так оно и есть. Почему, когда я в руках ношу перо, то все начинает светиться? Не знаю, мистика какая-то. Да. Мистика какая-то. Так, давай, давай. Ларивеста, побудь 44-м, пожалуйста. Пожалуйста. А, еще нет, еще не хочешь быть 44-м. Ладно, ладно, ладно. Офигеть, с них так много опыта даешь, то что это офигеть, если честно. Посмотри, вот 33 уровень, сейчас нас сделает 44-м. 44-й, ребят, как я сказал. Вот, меня смущает то, что Ларивеста больше никакие атаки не учит. Я говорю, был бы флейм-тровер, было бы еще все намного проще. Мы бы всех убивали просто реально с одного удара. И вот как сейчас с трех, да? Вот. Один, второй, третий. А с одного нафиг? С одного нафиг. Попаду? Нет, нет, не долетел. Не долетел, но ничего страшного, ладно. Ничего страшного. Так. Сейчас Ларивест, ребята, уже будет 45-м. Вот, 40... Нет, еще нету, конечно, но сейчас. Сейчас. Уже скоро. Опа. И... Так, нет. Спина чешется. Твою мать, я не убежать хотел, а? Замешательно, просто замешательно, просто. Еще. Хочу еще. Хочу еще пылесосиков. Хочу еще пылесосиков. Я опять хотел вызвать покемона, чтобы полететь куда-то, но забываю то, что у нас пока нету. Нету летающего покемона. Поэтому летать просто не на ком.
не на ком. Зато... Вот, еще один пылесосик. Замечательно, замечательно. Сейчас нужно, ребята, в Google зайти, проверить, на каком уровне эволюционирует Ларвеста. Просто нужно проверить. Потому что я не помню, я не помню. Вот зато она сейчас уже будет 45-м, смотрите. Опа. Опа. И смотрите. Опа. Замечательно. Еще раз повторюсь, замечательно. Так, давайте покушаем. Ой. 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 Это нафиг выкинем. И пойдем дальше искать пылесосиков. Пылес... О, 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 о. Кто... Кто на нас вообще нападает? У меня такой вопрос. Сил? Нехорошо, Сил. Вообще нехорошо. Вот, вот ты на меня можешь нападать, да. Ты можешь, ты можешь. С тобой мы сможем расправиться очень, очень даже быстро. Давай. Опа, опа. Замечательно, замечательно. И потопали дальше, ребят, потопали. Ой, там еще один пылесосик. Давай, давай, давай. Ой, ой, паркурчик, паркурчик. Так, один, два. И больше я вроде никого не вижу. Поэтому завалим пока что только двух пылесосов. Иди-ка ты сюда. А там, кстати, еще вроде дальше были на горе какой-то. Или я ошибся? Не, значит, мне показалось тогда просто. А, вот там еще два, да. Вот там еще два. Давай, давай, Ларвеса, ты должна быть 47-м к концу этой серии 100%. Просто миллион. Пока не станет 47-м, я не закончу эту серию. Да. Я уверен. Я уверен. Смотри. Опа. Дай нам 46-й. Ай, твою. Давайте душно всех попросим, чтобы пылесосики пришли, а то нам нужно еще два уровня набить, чтобы серию закончить. Хотя бы еще два уровня. Вот тут еще один. Он, конечно, маленький уровень, 35-й только. Но... Пускай будет. Выбора у нас, как говорится, нету. Давай, 46-й. Давай. Так. Не знаю, почему она до сих пор не эволюционирует и почему она до сих пор не изучает какие-то новые атаки. Это капут как странно, честно. Ты что, охренел? Как нас так фиганул-то чем-то, а? Что за хрень? Почему остальные меня вообще не бьют? То есть остальные вообще по мне не попадают или наносят очень мало урона. А вот это просто нафиг Чак Норрис какой-то. Я еще убежать не могу. Я еще как хренакну по этому столу, потому что меня так бесит, когда я убежать не могу. Он мне руки, походу, связал, и я не могу просто убежать, да? Еще раз. Если нет, иди в стральник. А вот сейчас не с одного удара, да? Ты нас убиваешь. Угу. Сейчас почему-то не с одного. А до этого два раза с одного убил. Мистика просто. Просто мистика, ребята. Так, вот тебя, паскуда. На, разочек. Давай. А, он нас заморозил. Значит, вот так вот. Значит, мы вот так поступаем, да? Замораживаем. Ага, ясно. Ясно, Белспрут, ясно. Давай, худ, давай. Ладно, давай, пипла. Давай, спинарак, давай. Ударь его чем-то, ударь. И кто получил опыт? Никто не получил опыт, да? Замечательно. Убились 40 чем-то какого-то там уровня, но никто не получил опыт, потому что все умерли. А он умер от сгорания. Ну, а что? А что не так, ребята? Все круто, да? Давай, ясно. Давай, прокачиваем тебя до 47-го и иди в сральник. Иди просто в сральник, потому что я, ребята, так устал часовые серии записывать, вы просто себе не представляете. Но я продолжаю их записывать только потому, что вы их просите. А записывать часовую... А, это Lucky Block был. А записывать часовую серию, это... Вы не видите сейчас на камере, какой я просто убитый сижу? Мол, тут то, что я разговаривать не могу, потому что... А, просто охренеть. У меня еще такое ощущение, как будто я неделю не спал. Мне стрим проще проводить, чем записывать часовую серию. Я сейчас с ума сойду. Но, ребята, честно, я, как видите, я хоть мучаюсь, сейчас записываю эту серию, но я записываю ее ради вас. И у меня сейчас реально такое ощущение, как будто, я не знаю, как будто я с бадуна 3 дня подряд бухал, с бадуна, и неделю не спал. И выпил 35 кружек кофе,
но они мне никак не помогли. Вот такое у меня сейчас ощущение. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец вверх на вот этот видос. Я сейчас закончу это видео, сниму наушники и просто усну прямо тут, на этом столе. А, офигеть, ребята, буду очень сильно рад, если вы поставите большущий палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал, оставляйте что-то крутое в комментарии. И, конечно, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, сразу первая ссылочка в описании. Ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи. Конечно же, да. И всем пока, да.